Приветствую вас, уважаемые гости, коллеги и подписчики канала. В сегодняшнем видео я сделаю распаковочку игры World of Tanks Rush под названием «Второй фронт». И коротко расскажу о предшествующей этому набору игре. И расскажу про саму основную коробку World of Tanks Rush. Партнер данного показа — интернет-магазин Ямоделист. И сразу хочу отметить, что данные наборы World of Tanks Rush и Rush Второй фронт вы можете приобрести в магазине Ямоделист. Ну и что мы видим в данном наборе? В данном наборе хорошая красочная инструкция. Тут все правила, хорошо все рассказано, все хорошо объясняется. И набор состоит вот таких коллекционных карточек или карт. Бонус в коробке — 5 дней премиум аккаунта для онлайн игры World of Tanks. Красочные картинки. И хочу посоветовать для коллег-моделистов. Мне пришла такая идея: при фотографировании работ моделей можно как бы для антуража ложить карточку с наградой страны, модель которой вы делаете. Очень красивые, красочные карты. И колода разнообразной военной техники периода Второй мировой войны. Все данные танки предоставлены в самой онлайн-игре. Конечно, кроме артиллерии, связистов, ну, это добавлено больше для интереса игры в карты. В данный набор может играть 4 человека. В нем состав игры 15 карт баз, 30 карт казарм, 100 карт техники, 48 карт медалей, 12 карт достижений, 5 карт памяток, 1 карта кладбища и 1 карта первого игрока. В этот набор может играть до 4 человек, 5. А этот набор уже как дополнение идет, что увеличивает еще на 1 игрока. От 2 до 6 игроков уже может играть. Здесь 30 карт добавляется Великобритании. В этом наборе Великобритания. 5 карт к технике СССР добавляется. 5 карт техники США. 5 карт Третьего рейха. И 5 карт техники Франции. Ну и также 12 карт медалей Великобритании, 6 карт штабов, 9 карт стартового комплекта 6-го игрока, 6 карт памяток, 12 достижений, 1 карта первой руки и 2 пустые карты достижений. Также правила дополнений игры с этим набором. Ну вот сейчас и проверим, что в данном наборе. Чтобы не повредить коробочку, аккуратненько
Ссылки на данные наборы вы увидите в видео или в описании под видео. Хорошие красочные тоже коробки, крепкие, с картона сделаны. Такая коробка, вот правила с дополнениями и правилами игры, новые карты техники и медалей, все здесь показано. Запакованная колода с картами. Хорошо все сделано, разделено. В этой игре 3 дня премиум аккаунта как бонус идет. Ну и вскроем колоду карт и посмотрим, какие карты в наборе. Сколько много карт. Как видите, очень хорошее, красивое дополнение. Ну и любителям, конечно, рекомендую. Да и взрослые сейчас видят, что дети сидят за компьютерами. И хоть как-то попробовать их заинтересовать данными настольными играми. Да и всей семьей, и друзьям порой интересно посидеть, поиграть. Где-то один раунд игры от 30 до 50 минут идет. В наборе такая карта. ГАЗ-54. ТОК-2. Т-26. Супер-перш. Хомгуард, А-34, Комет, Пахард, Командос. Викерс, Пума, довольно-таки хорошие карточки, Кубельваген, Б2, Алекто. Самма, Валентайн, даже многим детям нравятся больше сами карты, может, чем игра, и покупают для них дополнительные альбомы, укладывают карточки в альбомы и просто их коллекционируют. Я данную игру отношу к коллекционным карточным играм. Мне самому они очень нравятся, эти игры. Моим детям нравятся. И мы любим поиграть в них. Т-50. Как видите, карт много, и все показывать
займет очень много времени. Сейчас хочу посмотреть, показать рыцарский крест. Красиво сделан. Да, рекомендую, друзья, рекомендую. Хорошая игра, хороший набор карт. И еще раз повторюсь, все это вы можете приобрести в магазине «Я моделист». На этом буду заканчивать. Большое спасибо, что смотрите, что комментируете работы. Кому интересно по настольным играм, пишите. Если есть такой интерес, то продолжим данную рубрику. И по традиции хочу вам пожелать всех благ вам и вашим близким друзьям.